Мы купили билеты заранее, которые стоят 25 евро на сайте. Выставка Титаника, где показаны все каюты в их оригинальной форме. И у нас время на 3 часа. Сейчас будем заходить. Погнали, погнали смотреть, что там на борту Титаника было. Сказали то, что 90% всех инсталляций пока готово, 10% не готово. Мы получили такие boarding pass с именами настоящих пассажиров. Они вот ехали в первом классе, плыли. Первый класс, вот откуда Аус, Париж, Франция, сколько лет. И фамилия, имя, вот Самуэль Голденберг, это реальное имя. И в конце мы узнаем, погибли эти пассажиры или нет. Настоящая спальня. Эти вещи реально были на Титанике. А вот, к вашему вниманию, каюты пассажиров третьего класса. А здесь показывается история айсберга. Холодно? Это лед. Лед? Да. Реально лед. Реально лед. Шлюпка, шлюпка, да. Наверное, это, наверное, выжившие, походу, показываются люди, которые смогли выжить. Вот, смотрите на эти часы. 9 карат золота. А в этой комнате нам показывают то, что на дне осталось от Титаника. Вот здесь, на этом стенде, люди рассматривают в своих билетах, в входных билетах написано их имя и класс пассажиров. И они сейчас ищут себя в списках выживших, либо погибших. Лос пропавший, потерянный. Saved, живой, короче, сохраненный. Первый класс, второй, третий. Вот имя моего пассажира — мистер Самуэль Эль Голденберг. И вот он здесь. Я его находил, где-то он был, мистер Самуэль. Ну и, конечно же, та самая знаменитая лестница. Ну и здесь, в последней комнате, уже перед выходом, сувенирная лавочка. Можно приобрести сувенирчики. Это, например, кораблик. Или сделать фотографию себе. И на фотошопе сделать, типа, на Титанике. Вот такая вот инсталляция Титаника.